Precise Baz Mubariz Mubariz. Baz Mohammed Mubariz. 26 лет, рост 81 сантиметр, вес 70 килограммов, 100 грамм, 8 побед, 4 поражения, очень опытный боец. Мы видим, он выходит в камуфляжной военной форме. Возможно, кстати говоря, он служил болельщикам, те, кто следят за нашими турнирами. Вот он на ваших экранах очень атлетично выглядит. Полусреднего веса, да. Скорее всего, не уложились, а кто-то, может быть, из бойцов. Я думаю, оба. Удачи оба. В бою. Руки пожали. По углам. Справа на ваших экранах был Амир Саттаров, слева Баз Мухаммед Мубариз, которого очень так горячо поддерживает публика. Мы уже говорили о афганской диаспоре. Вы слышите сами все, дорогие друзья. Итак, у нас первый раунд. Начинает с лоу-кика Амир Саттаров. Поединок в стойке. Да, повыше своего соперника ростом Амир Саттаров. На целых 8 сантиметров. И так даже выглядит по суше. Да, таким поплотнее, покрепче выглядит, конечно, боец из Афганистана. Ну, очень неплохой обмен. Да, такой афганец очень такой фактурный. И мы видим быстрый перевод ситуации в партер. Да, и вот сейчас Мубариз находится сверху. И занимает достаточно такую выгодную для себя позицию. Старается ввязать его Амир Саттаров. Ну вот так работает на шею соперника. Мубариз, да, сейчас видим, пытается защищаться Амир Саттаров, прижаться к своему сопернику. Спурт такой от афганского бойца. В очень неприятной ситуации оказывается Амир Саттаров. Да, и вот сейчас начинает много ударов наносить. И вот сейчас очень неудобная тоже для позиция для Амир Саттарова. И пытается забрать шею, провести удушающий прием, насколько я понимаю. Абсолютно верно, да, но не смог, не дал просунуть, точнее, руку своему сопернику Амир Саттаров. Мы видим сверху вот так уверенно сидит Мубариз. Все. Сдача. Да. Сдача, болевой прием, насколько я понимаю. Даже точнее, не сдача, а скорее всего рефери мне показался, остановил, да, остановил этот поединок. Рефери, да. Сказал, что хватит. Был близок с Амира Саттарова. К потере сознания, возможно, Амир Саттаров. Возможно, рефери посчитал, что что-то угрожает здоровью бойца. Ну что ж, дорогие друзья, добрая традиция досрочных побед по-прежнему имеет место быть. Да, и у нас победа снова досрочная. И снова в первом снова раунде. В первом раунде, да. Напоминаю, что из 6 сегодняшних поединков... Ну, там был удушающий прием, очень такой брутальный. Да, очень брутальный, очень плотно он так подхватил уже как бы. Из 7 сегодняшних поединков 6 закончились досрочно после первого раунда. В первом раунде. В первом раунде. И один, после первого раунда, да. Один поединок у нас прошел во втором раунде еще, коллега. Да, точно. Но в любом случае, пока идут очень яркие, зрелищные поединки, очень хорошо подабы подобрал. Ну что ж, мы поздравляем Баз Мухаммада Мубариза с яркой досрочной победой. Аплодисменты и уважение его сопернику Амиру Саттарову. Да, это молодой боец. Салам Афганистан!